Года тому назад садик пришел уже практически в состояние непригодное для эксплуатации, и мы его закрыли. Закрыли, конечно же, с тем, чтобы как можно быстрее отреставрировать, реконструировать и открыть его заново. Может быть, немножко затянули, но было очень модно. Много сложностей, других проблем. Но я рад, что действительно вы правы. Даже в таких небольших по численности населения поселках республики открываются детские сады. Тем более такие прекрасные. И еще одна есть примечательная особенность этого детского сада. Здесь практически так называемый непрерывный воспитательный цикл. Буквально с горшка детишки попадают под крыло школы и пойдут отсюда уже за парк. Я хочу поздравить, конечно же, жителей поселка Шарнук с этим праздником, ну а детишкам и родителям их пожелать крепкого здоровья и счастья. Долгожданный праздник состоялся, это здорово, побольше бы нам таких праздников. Дети счастливы, это видно и заметно, как глава сегодня отметил в начале выступления, дети были неорганизованы. Это говорит о том, что нет того воспитания, именно которое дети получают в детском саду. И здорово, что они находятся под крылом школьного образования, потому что действительно, получив здесь дошкольное образование, они уже смело могут прийти подготовленные и показывать хорошие результаты. И мне бы хотелось отметить, что программа «Детские сады детям» успешно реализуется у нас в республике. Это хороший результат, и показатель отметил и президент нашей страны, и партия «Единая Россия», успешно реализуя эти программы, поблагодарила тех людей, которые были ответственны все эти годы. И наши люди получили благодарности на самом высоком уровне. Мне бы хотелось пожелать только родителям и детишкам успехов, удачи и еще раз всех с праздником. Спасибо. Спасибо за фотографии.